Находимся возле дома, так называемого бывшего приватного сектора, на углу улицах нынешней Софиевской и Небесной Сотни. В 40-е годы этот дом себе построил Антонов, главный инженер завода «Дармаш». Позже он был передан в Москву на повышение. Здесь появился Рассохин, первый секретарь горкома партии. Позже он был переведен на мебельный комбинат директором. Но продолжал здесь жить. Потом горисполком сделал такой обмен квартирами. В этом доме поселился радиоредактор «Перепелятник», а город дал две квартиры лишь Рассохину и его сыну. Здесь жил радиоредактор «Перепелятник» и его сын. Позже «Перепелятник» построил дом себе за городом в районе Кривушей. Здесь жил его... В каком году? А? Это в каком году? Лет пять. Да. Несколько лет назад одни деловые люди хотели построить на целый квартал девятиэтажный дом. Предложили жильцам продать свои дома. Сын перепелятника продал этот дом, получил жилье. Соседи отказались дома продавать. Этот дом стоит пустой, никому не нужный, к сожалению, хотя на вид еще довольно престижный. Yeah.